Музей природы Харьковского университета основан, это один из старейших музеев Европы, основан 2 апреля 1807 года. Датой основания музея считается день, когда прибыла коллекция кораллов, минералов, несколько чучел там было в этой коллекции. Эта коллекция была закуплена попечителем Харьковского университета графом Северином Потоцким. И закуплена она была в Ганновере у аптекаря и коллекция итальянца Четти. Эта коллекция шла к нам санным путем из Санкт-Петербурга. И дата, когда она прибыла в Харьков, считается датой основания нашего музея. Эта коллекция пополнялась, разрасталась, и теперь она насчитывает порядка 250 тысяч единиц хранения. Вы увидите от самой маленькой птички колибри до самой большой птички африканского страуса, от самых маленьких млекопитающих белобрюхой, белозубки до скелетов китов. Все это можно сравнить, можно посмотреть черты сходства и различий различных видов. Коллекция представлена в систематическом порядке. Гордостью коллекции является чучело странствующего голубя. Это некогда очень многочисленная птица, которая водилась в лесах Северной Америки, теперь полностью истреблена человеком. И не каждый музей вообще может похвастаться чучелом странствующего голубя в своем арсенале. Зал беспозвоночных, вы видели этот зал, это очень красивый зал, очень большой, выполнен в современном стиле. Зал рыб, который был открыт к 200-летию музея, новые витрины птиц. И сейчас находится в работе зал насекомых, бабочки. Вот эти шикарные, красивые бабочки, которые будут представлены в новом зале, и все смогут их увидеть. И зал гады, это земноводные, пресмыкающиеся, новый зал, он тоже в работе. И я надеюсь, через год харьковчане смогут, а может быть даже раньше, смогут посетить этот зал, посмотреть на анаконду, посмотреть на крокодилов и увидеть коллекцию змей и коллекцию земноводных.